Уважаемые пассажиры, для какой не остановите пассажиров на выход номер boarding, please, at gate 17. Все только начинается. Я убежден, что это вся, с моей точки зрения, абсолютно такая, знаете, ну, нездоровая такая вот атмосфера вот в этой части. Она пройдет все-таки, так или иначе. И понятно, что и будут слыты все эти уголовные преследования, абсолютно неуместные. Потому что все музыканты приезжают с миром. Самое важное не просто вот один раз приехать, бабах, и уехать. Нам хочется постоянно дружить здесь. Ну, я считаю, что если мы можем помочь, спасибо вам большое. Я очень рада и счастлива, что состоится фестиваль, потому что когда я приезжала зимой и весной, мне говорили, что на что сливают. Здание было разрушено, оставался один фундамент, и только после войны, в 1945 году, его начали восстанавливать. Оно было одноэтажное, маленькое, не совсем приметное, но здесь проходили общественные чтения, собрания, и это был общественный центр нашей такой вот луганской маленькой культуры. Да. Я здесь ваша слуга уже 35 лет безвылазно, поэтому все забито, каждый гвоздик своей душой и сердцем. Поэтому вот так вот с удовольствием принимаю дорогих гостей. С 26 заявок выбрали 9 коллективов и исполнителей. Завтра строгое наше жюри будет их отслушивать. Но и лучшие 2-3, может быть, 4 группы выступят на одной сцене со звездами рок-музыки. Это очень важно для чего? Для поднятия духа, народа, людей всех. Чтобы забыть об этом проклятой этой войне. Вот это самое главное. Свистели, но мы это почувствовали на себе. И желательно, чтобы этого не было. Чтобы вся молодежь была заинтересована в выступлениях. Ну, конечно, в данный момент хочется побольше мероприятий после войны. И, ну, для меня лично, как бы, возможность выйти, показать, ну, что мы играем, посмотреть на других людей. Вообще интересное мероприятие, тем более московские звезды приехали. Для нас это масштабное мероприятие. Как бы там ни было, у нас сейчас процесс, скажем, рождения. То есть мы все равно, мы с каждым днем, мы надеемся, что у нас будет лучше и лучше. Такие мероприятия очень важны для города. Я думаю, молодежь сюда будет тянуться как-то, есть чем заняться. То есть не сидеть дома возле компьютера и смотреть по телевизору какие-то там передачи, либо концерты, а прийти вживую посмотреть, пообщаться с живыми людьми, что, как. То, чем занимается, как бы, это нормально, я считаю. Таких побольше надо мероприятий проводить.
гражданская война – это вообще вопрос веры. Кто верит в красных, кто верит в белых, кто в белых. Каждый принимает свою сторону. Но основная позиция после того, что случилось, да. Мы, люди, сделали выбор. Мы, да, хотим жить независимо. То, что происходит, кого-то может устраивать, кого-то не устраивает, но основная масса все-таки относится позитивно. Ну, вообще у нас группа как бы собралась стихийно, вот после войны. Ну, я была здесь все время, всю войну никуда не уезжала. По сравнению с тем, что было летом, сейчас вообще как нет войны. А так все остальное, концерты проходят. Ваше пожелание городу, каким вы хотите Луганск через год? Развивающимся и процветающим. Просто хочется, чтобы все было хорошо, наладилось. При количестве заявленных групп очень даже радует. Многие думали, что тут все умерло в плане культуры. Оказывается, что нет. Больше 30 групп – это хороший посыл. Я поддерживаю, одобряю, говорится. Все нормально. Каким вы хотите видеть Луганск? Хочу видеть, конечно, процветающим городом, чтобы люди сюда ехали не просто с надеждой приехать в свой дом, а чтобы расти детей своих, процветать. Узнали, что этот город защищен и свободно здесь жить, любить, расти детей. Конечно, доверие. Это значит, кого-то здесь ждут. Спасибо большое, что вы решили посетить это мероприятие. Это такое первое мероприятие у нас, да? Мне кажется, это шаг вперед в моей жизни очень важный. А для города тоже событие немаловажное, потому что это же первый раз так собирают, и это показывает, что наш город все-таки живет. Нашла коса на камине, идет война на памятеля. Впервые в Луганске приехал с творчеством и в лице еще такой замечательный коллег музыкантов и реально сделать такой интересный фестиваль, такой музыкальный сессион, где мы услышим и увидим совершенно, может, новые таланты, которые в реальном порыве может что-то быть такое искреннее, открытое, то, что мы увидим. Творчество вот такое, мне кажется, это то, что нужно сейчас. Вот в этом в послевоенное время, сложное очень время, мне кажется, это нужно людям,
И я вообще и в России, и тем более здесь, за развитие творческих сообществ. Потому что вот если говорить про рок-музыку, опять же, все легенды рок-музыки наши, они родились в творческих сообществах. В питерском рок-клубе, в московской рок-лаборатории, в Свердловском рок-клубе. То есть это было такое сообщество людей, где были и художники, и музыканты, и архитекторы. И вот эта прекрасная творческая каша, вот в ней варилась и конкурировала, с одной стороны, друг с другом. И делилась опытом, и выросла оттуда все вот эти легенды, кого мы знаем, все Наутилусы, все Гребенщиковы, Алисы и т.д. и т.п. Поэтому вот это чрезвычайно важно. Когда люди разрознены, у них мало чего получается. Когда люди сплочены, у них возникает результат другого порядка. Поэтому, и вот я считаю, что вот этот вектор движения вообще в обществе сейчас, ну, вот, да, в Донбассе, на Луганщине в частности, да, о том, что вот здесь все общество пытается как-то себя снова пересобрать, объединиться и построить что-то новое. Да? Я считаю, что творческие сообщества точно так же должны объединяться, делиться опытом и строить что-то новое. А вот это тоже осколок, который громко там. Деткам площадку все почистили. Сегодняшнему фестивалю, всем артистам, спасибо вам большое. Прежде всего, я хочу, чтобы всем людям, неважно, в Луганске, в Донецке, в Украине, везде, чтобы был мир, чтобы снаряды не падали ни на наших и ни на наших, скажем так. Тут этого нет, никому этого желать нельзя. Мира первым условием. Потом, чтобы все наладилось. Без веры нельзя. Надо верить, все наладится, все будет хорошо.